Всем привет! Сегодня пойдет разговор о жилете для каякинга. В базе у нас стоит жилет Прото, о котором я несколько ранее рассказывал. На его основе был разработан именно такой жилет для каякинга. Этот жилет называется «Первый каяк». Как раз он разрабатывался для тех, кто начинает, чтобы попробовать там самосбросы, попробовать всякие цеплялки, трамвайчики. На дешевых, как правило, жилетах этого ничего нету. На этом жилете есть все. Из особенностей этого жилета, что нужно сказать? Ну, анатомический крой. Полностью идут сквозные стропы, проходят по плечу, уходят вниз и зашиты на нижней стропе. Тут они проходят, силовые элементы. И впереди также проходят силовые элементы насквозь всего жилета. Сейчас я их покажу. И уходят также вниз на самую нижнюю стропу. Вот они, должно быть видно. Прошивка идет. И закреплены вот на это место. У жилета в раскрое заложены боковые такие крылышки, так скажем, которые защищают вас при автономном плавании на где-то по бурной воде, по ударам, по камням. Ну и также дают такую комфортную такую анатомическую форму, когда жилет на вас очень хорошо сидит. Предусмотрены, соответственно, регулировки справа и слева. Нижняя стропа и, соответственно, верхние стропы регулируются. В данном случае, на данном жилете, эта трехщелевка стоит из нержавеющей стали. Это спецзаказ. Как правило, стоит пластиковая усиленная трехщелевка здесь. Заправляем крылышки, застегиваем. Ремень самосброса также присутствует. Его также пристегиваем. На кармашке у нас что есть? У нас есть большой кармашек с небольшим органайзером. Здесь есть колечки для того, чтобы ключи там от машины и прочее пристегнуть. Есть небольшой кармашек для мелочевки, для маленького фотоаппарата или телефона. Здесь есть кармашек у нас для фантиков или еще для чего-то мелкого такого. Карманы не герметичные, соответственно, туда ложатся вещи такие... Рабинчики, веревочки, то, что можно положить. Есть две шлевки для закрепления рации, либо стропореза. И есть специальное крепление для стропореза. Ну, для каякинга это достаточно удобно на кармане иметь стропорез. Также на жилете есть колечко для того, чтобы на берегу, когда выходите, юбку подбираем, сюда вешаем, чтобы она между ног у нас не болталась на карабинчик. Есть разрывное кольцо, куда мы включаем трамвайчик и, соответственно, можем вырвать карабин, не выстегивая карабин. Есть, ну, чека классическая. И, пожалуй, все, что у нас есть на этом замечательном жилете. Пока.